Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Обратите внимание на все это изобилие БУ запчастей, качественных БУ запчастей. Каждая запчасть может стать вашей, так что звоните и пишите нам. И знайте, что у нас есть быстрая доставка. Можно сказать, что сегодня у нас самый сложный и уникальный разбор. Итак, встречаем Isuzu 4X J1. В 1998 году компания Isuzu выпустила 3-литровый турбодизель с уникальной топливной системой. То есть здесь стоят насос-форсунки. То есть давление для впрыска топлива формируется в самих форсунках. Однако давление впрыска топлива формируется не за счет того, что некоторые кулачки распредвалов давят на плунжеры форсунок, а на плунжеры форсунок давит моторное масло под давлением. Таким образом, форсунки на данном двигателе электрогидравлические. Сейчас подробно все расскажем. Для реализации такой задумки двигатель оснащен масляным насосом высокого давления. Он направляет масло в отдельную масляную систему. Кстати, электрогидравлическая система была придумана компанией Caterpillar в 1992 году для тяжелых коммерческих дизелей и даже для судовых дизелей, для того, чтобы повысить экономичность и повысить мощность. Инженеры компании Isuzu относят эту топливную систему к Common Rail, а не к насос-форсункам с гидроприводом. Общая магистраль здесь действительно есть, но по ней под давлением поддается моторное масло. В остальном этот двигатель весьма обычный. Чугунный блок, легкосплавная ГБЦ с двумя распредвалами, в приводе ГРМ используется зубчатый ремень и шестерни, также здесь два балансирных вала, гидрокомпенсаторов нет. Данный мотор развивает 160 лошадиных сил, вдвое больше, чем его восьмиклапанный предшественник с ТНВД Bosch VI распределительного типа. Данный мотор ставился на Isuzu Trooper, а также на их полные клоны Opel Monterey и Honda Horizon. У двигателя две раздельные масляные системы, то есть два маслонасоса и два маслозаборника. Маслонасосы стоят в задней части двигателя и приводятся от балансирных валов. Правый маслонасос обеспечивает смазку партрения двигателя, левый всасывающий маслонасос берет масло из поддона, направляет его фильтр, и через фильтр он попадает к насосу аксиально-плунжерного типа. И этот насос подает в отдельную рампу масло под давлением 230 бар. Минуточку внимания. Правый насос, левый насос. А вот это масляный насос высокого давления с отдельным фильтром. Вся эта система контролируется электроникой. Здесь нет механических настроек и никак не зависит от скорости работы двигателя. Давление масла в масляной рампе контролирует модулятор, который регулирует объем сливаемого из рампы масла. Таким образом регулируется давление. С масляным насосом высокого давления совмещен топливный насос, который закачивает топливо из бака к форсункам по магистралям низкого давления. Масляная система двигателя Isuzu имеет неприятную особенность – врожденную плохую всасываемость. При замене масляных фильтров система плохо прокачивается и плохо развоздушивается. Насосы не создают требуемого давления, о чем сообщает красная масленка на панели приборов. Обратите внимание на несерьезные шестерни маслонасоса. Диаметр еще куда ни шло, но ширина вообще никакая, и сосут они плохо. Для прокачивания масляной системы нужно подать давление воздуха в картер. На работающем двигателе можно пережать трубку, отводящую картерные газы. Тогда газы создадут давление в картере и протолкнут масло. Также бывает печалька. Едете вы по бездорожью, машина переваливается сбоку на бок, масло отхлынивает от маслозаборников, и тогда система завоздушивается. Добавим, что оба маслозаборника в блоке двигателя уплотняются уплотнительными колечками, которые при больших пробегах дают течь, и тогда снижается давление масла в системе. Любые неполадки в системе смазки данного двигателя сказываются на его работе, особенно на ресурсе турбины. Хотя вкладыши и цилиндропоршневая группа устойчивы к кратковременной потере давления масла.
Здоровье дизеля Isuzu очень зависит от состояния его масляной системы, поэтому масло здесь надо лить только рекомендованное. Рекомендованное масло 5W30 и 10W30, именно вот с этими допусками. Если же использовать нерекомендованное масло, тогда начнутся проблемы. Менять масло надо каждые 5-7 тысяч километров и обязательно следить за его уровнем каждую неделю, потому что уровень может подняться до трубки, которая всасывает картерные газы, она всосет это масло, и двигатель тогда пойдет в разнос и развалится. Ну и отметим, что редукционные клапаны могут подклинить из-за герметика либо мусора, который может попасть в поддон. Так как турбодизель Isuzu необычен, то и причины, когда он не заводится, тоже уникальны. Двигатель может не заводиться из-за низкого масляного давления в масляной рампе. То есть, если давление низкое, либо оно скачет, то блок управления не даст разрешения на запуск двигателя. Минимальное давление для запуска должно быть 60 бар. Обычно маслонасос не создает проблем, а вот модулятор может выйти из строя и препятствовать созданию нужного давления. Также может выйти из строя датчик масляного давления в рампе. При глюке этих датчиков двигатель может плохо заводиться после недолгой стоянки на горячую. В масляной системе может не хватать масла из-за завоздушивания, при утечке масла по уплотнению маслозаборника, либо же из-за того, что маслозаборник просто упал в поддон. Да, была такая проблема на ранних экземплярах. Маслозаборники меняли подзывной компанией. Также двигатель может не заводиться из-за перескока ремня ГРМ всего лишь на один зуб. На некоторых машинах, на таких как Opel Monterey, ЭБУ не даст разрешения на запуск из-за неисправности электрической цепи тормозной системы. Ну что, предварительная ознакомительная часть закончена. Итак, Андрей, держи ключ бодрей. Начинаем нашу разборочку. Штатные генераторы на двигателях Isuzu на 70 либо 90 ампер производства Hitachi. Генераторы считаются слабым местом и ходят примерно 150 тысяч километров. Некоторые владельцы меняют их на такие же Hitachi, только с двигателей Nissan и Subaru. Он становится с небольшими доработками. Двигателю Isuzu 4XJ1 досталась простая турбина IHI RHF5. Она с перепускным клапаном, который управляется самой турбиной, а именно избыточным давлением, которое формируется в компрессорной части. Из-за комплексных либо периодических проблем с давлением масла в воздушных пробках жизнь вала и подшипников турбины весьма ограничен. Турбина может выйти из строя при пробеге в 150 тысяч километров. Также она может завыть и выйти из строя из-за неудачной замены масла. Это теплообменник. Вот здесь находится масляный фильтр, который надо менять каждые 5-7 тысяч километров вместе с заменой масла. Его надо ставить сухим, потому что дохленькому маслонасосу будет проблемно протолкнуть воздушную пробку через бумагу замасленного фильтра. Стандартная поломка дозирующей заслонки на двигателе Isuzu – это выход из строя датчика ее положения из-за износа дорожек потенциометра. В этом случае загорается чек-энджин и фиксируются соответствующие ошибки. Ремонт со вскрытием и подгибанием дорожек датчика надолго не помогает. Поэтому чаще всего заслонку меняют на новую, либо же на контрактную. На контрактную из Автостронга. Ремень ГРМ, который идет от маслонасоса к ГБЦ, служит 200 тысяч километров. Еще в приводе ГРМ есть много шестерен. Сейчас разберем и покажем. Масляный насос совмещен с топливным насосом. Вот это модулятор, о котором мы сегодня неоднократно говорили. Из-за такой конструкции при больших пробегах масло может смешиваться с соляркой. Это может быть из-за износа втулки вала масляного насоса. А также масло может сочиться по штоку, когда эксцентрик давит на него с перекосом.
В этом случае придется менять весь тандемный блок масла насоса высокого давления с топливным насосом, что очень дорого, либо же поставить электрический топливный насос. Форсунки турбодизеля Isuzu оснащены соленоидным клапаном. Соленоид открывает клапан и дает маслу доступ к отдельному поршню. Этот поршень под воздействием масла давит на топливный плунжер, и топливный плунжер нагнетает давление. Давление может быть 1400 бар. Давление поднимает иглу форсунки, и тогда начинается впрыск топлива. При больших пробегах изнашиваются распылители форсунок, их кончик может просто деформироваться. Также бывает, что игла форсунки подклинивает в открытом положении, тогда форсунка начинает лить топливо и можно доездиться до разрушения поршня. Форсунки дизеля Isuzu откалиброваны на заводе и имеют индивидуальный код, который надо вводить при их установке. При восстановлении форсунок их обязательно надо откалибровать. При большой предосторожности без дополнительной калибровки можно заменить уплотнительное колечко, которое находится в плунжере каждой форсунки. Маркировка для японских машин Isuzu и автомобилей марки Opel отличается. В каждой маркировке присутствуют калибровочные параметры, которые надо вводить при замене форсунок. И добавим, что калибровочный класс форсунки зашифрован в 5-й и 6-й цифре ее серийного номера. В форсунке подается топливо и масло. Их разделяют несколько уплотнительных колец, как снаружи форсунки, так и внутри. Также по 2 кольца на стаканах форсунок. Эти кольца далеко не вечные. Их профилактически надо менять каждые 80-100 тысяч километров. На моторах, которые были выпущены с 98 по 2000 год, эти кольца меняли по отзывной кампании и даже меняли форсунки. При разрушении уплотнительных колец топливо под высоким давлением попадает в масляную магистраль, оттуда в поддон двигателя. И тогда повышается, естественно, уровень масла. Это очень распространенная проблема на данном моторе. Кроме того, из-за разрушения нижних колечек стаканов форсунки топливо может попасть даже в систему охлаждения. Также топливо может попасть в поддон через цилиндры и поршневые кольца. Это обычно происходит из-за неправильной установки стаканов, форсунок и их уплотнителей. Только что мы сняли клапанную крышку. Вот та самая масляная рампа, вот тот самый датчик давления масла, два распредвала, которые у нас в отличном состоянии. И напомним, что гидрокомпенсаторов здесь нет. В приводе ГРМ мы видим 6 шестерен. 3 из них паразитные, 2 приводят балансирные валы. Также еще 3 шестерни сняты, которые приводят насос ГУР, вакуумный насос и масляный насос. Итого получается 9 шестерен. Датчик давления на масляной рампе выходит из строя постепенно. Обычно при этом не фиксируется никаких ошибок. Но двигатель может троить, плохо тянуть, вообще не реагировать на газ и глохнуть на холостых оборотах. Потом эти симптомы могут внезапно исчезнуть до следующего дня. Глюки датчика при диагностике выражаются, например, в том, что он показывает высокое давление в масляной рампе при заглушенном двигателе. Если этот датчик выходит из строя, значит, есть проблемы в масляной системе. Также может подвести проводка на этот датчик, либо же проводка на форсунке. Иногда высокие токи в проводах на форсунку пробивают изношенную изоляцию и прошивают провод на датчик давления. Ну и кроме того, неполадки в работе двигателя возникают из-за масла в фишках электропроводки. То есть масло сочится из-под клапанной крышкой по жгутам.
Как видим, с головой на данном моторе у нас все нормально. Проверять тепловые зазоры данного турбодизеля надо каждые 20 тысяч километров. Если надо их регулировать, то они регулируются подбором вот этих шайб. Для проверки зазоров нужно снимать масляную рампу и форсунки. Хон как с завода, никаких задиров, и донышки поршней у нас практически идеально чистые. Вот эти два маслозаборника, кстати, вот лапки, которые отваливались на ранних версиях этого двигателя. И сейчас мы снимем маслозаборники и увидим уплотнительные колечки. Вот те самые уплотнительные колечки. Одно у нас в отличном состоянии, а второе, как видите, очень изношено. Это масляный фильтр на пути к маслонасосу топливной системы. Меняется он каждые 2-3 замены масла. Коренные вкладыши у нас изношены, но не сильно. В таком состоянии их лучше поменять. Итак, встречаем впечатляющие поршни из 90-х. Обратите внимание на удлиненные юбки, массивные компрессионные кольца, большое маслосъемное кольцо. Кстати, все кольца подвижны, не закоксованы. Ну а по состоянию вкладышей можно сказать, что они немного подгуляли. Коленвал у нас подгулявший, но не критично. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали, наверное, самый сложный мотор за историю наших разборок. Если все в порядке с масляной системой, то он еще и надежный. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт, заказывайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».